Всем привет! С вами фотограф Сергей Азаренко из Выборга. Сегодня я расскажу, как я менял зеркало на Nikon D800. Начнем с того, как оно у меня начало глючить. Какие признаки перед тем, как оно сломается? Этот признак очень простой. То есть у вас появляется на части кадра темная полоса. При съемке у меня на любой абсолютно выдержке, неважно какая, у меня часть кадра была темная. То есть, и это всегда происходило по-разному. Да? Соответственно, зеркало откидывалось, и, видимо, на разное время оно как-то появлялось и не успевало откидываться в кадре. Вот. И когда мы переключали фотоаппарат в режим Live View, соответственно, у меня тоже снизу была немножко затемнение. Не до конца зеркало откидывалось. Довольно интересный момент. Я думал, что же такое, что же за фигня, как может в Live View, да, что-то там еще преграждать. Оказывается, это было зеркало. Вот. И вот в один прекрасный момент оно просто у меня заклинило. Да, до этого было еще случаи, когда, пользуясь не оригинальными аккумуляторами, оно бывает, он резко садится, не предупреждая, да, как если никоновский используешь родной, там все нормально, там она, у него есть заряд и хватает времени на то, чтобы зеркало еще и на место поставить, да. А не оригинальные аккумуляторы, там Asma, там и еще какие-то, да, у меня во всяком случае такой, я точно не помню модель, могу, если надо, посмотреть, вот. А иногда, когда он садится, просто зеркало не успевает откинуться. Ну, не знаю, может быть, это оно тоже глючило, но это довольно давно у меня было, несколько раз такое. То есть, сел аккумулятор, заменил, поставил новый, нажимаешь, пытаешься снять что-то фотоаппаратом, да, она показывает, либо ошибку, либо еще что-то такое. То есть, не хочет снимать, вот. Это исправляется очень просто. Открываете объектив и просто пальчиком ставите зеркало на место. Ну, соответственно, постараться надо не поставить там отпечатков. Все, оно встает на место, либо просто без объектива нажимаете спуск несколько раз. Не несколько раз, а одного достаточно, оно тоже встает на место. Вот. То есть это так лечилось. Да, но один прекрасный момент на съемке очередной, оно у меня просто попало в ступор. Зеркало. То есть его ни пальчиком, ничего, просто слетело со своей оси, я не знаю, там, я до сих пор, если честно, подробно не рассматривал, как оно там сошло, да, и не пытался восстановить, вот. Просто я решил его сразу отправить в сервис, потому что уже давно фотоаппарат требовал обслуживания. Как вы знаете, у всех Никонов вот эти вот резинки отклеиваются, да, то есть она у меня тоже уже такая отклеенная была. Вот здесь вот эта область была стертая из-под пальца, да, сейчас они новую уже наклеили, да, но уже начинается, так скажем, текстура резины пропадать, потому что снимаю достаточно много, почти каждый день у меня по 2-3 съемки. Вот, да, почти все время фотоаппарат у меня в руках, и, соответственно, износ у него серьезно идет. Вот эта резинка, во всяком случае, уже текстура на ней начинает опять пропадать. Вот. И, соответственно, отправить я его захотел в сервис, да, соответственно, чтобы заменили зеркало, почистили, все сделали, все резиночки заменили. Вот. Сам я ехать не хотел, не то, что не хотел, а некогда, да, это случилось. Сейчас я скажу, когда даже по бумажкам посмотрю, когда я отправил там. В общем, в ноябре 11 месяца, где-то в середине ноября, да, вот, но отправил я не сразу, пока нашел, куда отправлять. Я живу в Выборге, то есть для меня самый ближайший сервис-центр это в Питере. Вот, посмотрел, полазил по интернету, несколько нашел, почитал. Вот, но выбрал, остановился на Photo One Service. Контора вроде серьезная, все нормально. Вот, часто у них там и покупал все, и то есть, думаю, и техническое обслуживание там тоже нормально делают. Вот, потому что я еще позвонил перед тем, как отдавать. Вот, в одной из конторе сказали, сдавайте там неделя только диагностика и все такое. Сюда я позвонил.
Мне сказали, что диагностика 3 дня. Вот. Потом, если что-то надо заменить, соответственно, у них закажут, и в течение недели приходят. И в течение, и как пришло, уже на следующий день говорят, готово. Вот. Уехал я сам отвезти его в Питер не мог у меня, потому что съемки каждый день, останавливаться они не могут. Так скажем, люди уже расписаны на каждый день. Я взял пока другой свой старый фотоаппарат, Nikon D90, еще до сих пор работает. Он у меня уже неизвестно сколько лет, но до сих пор работает, ничего в нем не менял, все нормально. Соответственно, резинки уже тоже все стерлись, их уже там нету. Я поклеил просто черной пленкой. Вот, все нормально, фотоаппарат вообще работает. Пока снимал на нем. Вот. А этот, соответственно, решил отправить в ремонт. Вот. Я, соответственно, позвонил в Photo One сервис и сказал, как вам можно это все отправить. Мне сказали, любой службой доставки, в принципе, можно отправлять, только единственное, застраховать посылку, что бывает, приходят посылки без фотоаппарата. Ну, соответственно, что я и сделал. Нашел контору, я пользуюсь тоже услугами этой фирмы довольно часто. Это логистические решения SDEC, не знаю, как оно правильно или неправильно. Если увидите SDEC, так. То есть я часто отсылаю по ссылке, не страхую, все нормально, всегда все доходит. Но тут так, сами понимаете, техника серьезная, решил застраховать. Вот. Соответственно, страховка мне обошлась, я застраховал его на 100 тысяч рублей, за страховку я заплатил 700 рублей. Думаю, это абсолютно нормальная цена, да, если потеряется, вам 100 тысяч выплатят, да, за 700. И, соответственно, два раза по 700 туда-обратно 1400 получается отправить, застраховать только, да. Сама доставка, то есть я приезжаю к ним в представительство в Выборге, и они прямо до двери, соответственно, Photo One доставляют, это стоит всего 460 рублей. Склад-дверь доставка, то есть со склада до двери заказчика. И, соответственно, обратно они мне по той же самой цене с двери до склада, я у них на складе потом тут в Выборге забирал. Плюс смс-уведомление, что посылка пришла в Питере, получена, 5 рублей стоит. Вот. Итого мне обошлась доставка 1165 рублей всего-то. Вот. То есть, соответственно, доставку я заказал, через пару дней она уже была в Photo One сервисе, смс-ка мне пришла. Вот. Photo One сервис, приняв товар, мне отправил на указанный мной email письмо, что товар пришел, и, соответственно, в ближайшее время будет осмотрен специалистом. Вот. Значит, что я послал? Да, я послал фотоаппарат без батареи, без флешки, соответственно, без объектива, с заглушкой от объектива, заглушку накрутил. Вот. Послал все это и написал им вот такое вот письмо, вот, где сказал, что мне нужно с фотоаппаратом сделать, да, чтобы не звонить, а сразу я к фотоаппарату все это прикрепил, написал сверху фотоаппарат Nikon D800, соответственно, его серийный номер, чтобы ничего никуда не потерялось. Вот, комплектацию указал, сам фотоаппарат и заглушка на байонет, батареи нет, флешки нет. Указал так. И написал, что сделать. То есть мне, соответственно, нужно было устранить проблему с зеркалом, так как оно сошло с рельс, я написал. Приклеить или заменить резинку с правой стороны, это вот это вот на рукоятке. Ну и стандартное техобслуживание по необходимости провести. Ну, соответственно, они заменили, я так понимаю, все резинку, они вот эту резинку заменили, эту и эту сзади. Вот. Указал, соответственно, свой контактный телефон, email и все. И написал, что фотоаппарат приедет к вам и уедет от вас с помощью курьерской службы. То есть сам я забирать не буду, а именно доставка курьера. Все, вот такую посылочку я им послал. Соответственно, они мне ответили. Потом я их ответили, что фотоаппарат пришел.
Потом я им позвонил, уточнил, ну, как дела, что с фотоаппаратом. То есть они сказали, что да, зеркало надо менять, заодно посоветовали заменить и, я не знаю, с диафрагмой что-то связанное. Я замечал, что иногда, когда режим Live View на фотоаппарате включаешь, вот этот, и в режиме фото она начинает постоянно диафрагма скакать туда-сюда, туда-сюда скачет. То есть, соответственно, что-то не то было. Сейчас все нормально, все устранили, я могу настраивать, все хорошо. Вот. Соответственно, я согласился на эту замену вместе. Ну, пусть уж меняют, потому что ему фотоаппарата уже 3 года. Я говорю, почти считай, что каждый день работает. Достаточно все, наверное, поизношенное. И пусть все меняют, все будет хорошо. Я думаю. Вот. Ну и, соответственно, недельку я подождал, потом опять отзвонился. Не терпится же, да, что там как. Сказали, что запчасти все пришли. Вот, будут менять, но там на выходные как раз выпадало, да, то есть в пятницу я позвонил, мне сказали, что все пришло, в субботу-воскресенье, соответственно, мне пообещали, что в субботу заменят, ну, где-то там они так и заменили, соответственно, к понедельнику или какой-то, ну, вот я могу путать эти, ну, короче, через 3 дня все это было готово, я опять прямо по интернету через сайт доставки заказал обратную доставку фотоаппарата от них. Прямо на сайте сказал, что он будет застрахован на 100 тысяч рублей. Там, вот. И, соответственно, деньги я плачу при получении, как получаю фотоаппарат. Ну, сразу оплачиваю все это. Вот. Соответственно, они все за это забрали, все нормально, все привезли, никуда фотоаппарат не пропал. Вот, я все получил. Да, и еще я в Photo One сервисе сказал, так как я курсы веду по фотографии, говорю, вы мне зеркало, ну, вложите обратно, мне на курсах пригодится ученикам показывать, как там зеркало работает и все такое. Вот. Тоже все вложили, ребята вообще молодцы, респект и уважуха. Вот. Ну, вот в такой коробочке они прислали, да, все. Соответственно, прислали. Вот, хоть я и не просил, вот этот пакетик, это со старыми резиночками. Мало ли эти поизносятся, я могу старые поставить, да? Так, ну, спасибо все равно, ребят, как бы, хоть, ну, как бы, понимать, как они меняются, я вам сейчас вот это все покажу, расскажу, вот. И прислали вот в таком вот пакете, соответственно, в этом пакете, наверное, было запаковано старое зеркало, саму часть, которую они заменили, вот. Давайте с простого начнем, да, то есть из резиночек, что они поменяли. Причем интересно, резинки меняются так. Сейчас я достану. Соответственно, оп-оп-оп. Ну, это вот эта вот часть, не знаю, какая, так, это не это. Это вот эта вот часть задняя, соответственно, вот она. Не знаю, видно вам, не видно, заменили. Причем тут еще буковка, вот эта FX, полный кадр, да, ее тоже меняют, как ни странно. Вот, не знаю, если вам видно, не видно. Потом я покажу поподробнее. Вот. Заменили вот эту часть, которая вот отсюда, вот здесь, вот я так понимаю. Да, вот она с кнопочкой. Вот такая вот резиночка, она меняется. Так. И, соответственно, самое интересное вот это. Я думал, ее как-нибудь приклеят, да, или заменят как-то по-другому. Они меняются прямо вот, прямо с пластмасской, как ни странно. Вот так вот. То есть вместе с пластмассовой частью, с пружинкой, туда, где батарейка ставится, да, вот так вот она меняется. Вот она снизу выглядит, да. То есть, прямо чуть ли не с кнопкой. Очень здорово. Ну, соответственно, что там, пластмасска, наверное, фигню стоит, вот поэтому они так и сразу, уже все приклеенное, сразу частями меняет, это проще всегда. Вот, то есть вот такие вот штучки прислали, и самое главное вам покажу, зеркало. Я думал, само зеркало изменит, да, там какую-нибудь часть пришлют от него, нифига. Зеркало меняют вместе с байонетом и всякой прочей фигне, тут пол фотоаппарата сразу. О, какая штука! О! Видали?
Вот такая вот. Вообще жесть. И вот я вам покажу. Увидите вы или нет? Сейчас сфокусируется. То есть вот она у меня встряла, видите, зеркало. Чуть вот если прямо держать, оно немножко под углом. То есть прямо сошло с рельс. Не знаю, видно вам, не видно. Вот такую вот часть они прямо и меняют. Ну и вот всякие тут шестеренки, всякая такая вот ерунда. То есть прямо вот такой частью она и идет. Соответственно, пол фотоаппарата они вместе тут с платами материнскими, да, не материнскими, с микросхемками, все, вот такая у меня теперь часть есть, могу ученикам показывать, как устроено зеркало, как работает зеркало. Очень прикольно. Вот, как-то так, друзья. Так, и соответственно, сейчас я вам покажу, сколько все это мне обошлось. Кто-нибудь угадает? Пока я не показал. Итак, смотрите, вот такое вот они все, гарантию, не гарантию прислали, не знаю, что это. Наверное, гарантия какая-то. Ну, во всяком случае, счет. А гарантия на выполненные, так, гарантийный срок на замененные запчасти 6 месяцев, на выполненные работы 3 месяца, ну и так далее. Вот. И, соответственно, смотрите, сама работа мне обошлась в 7700 рублей. То есть они оценили вот все это замена без запчастей, только за работу взяли, да? Вот. Запчастям мне обошлись, соответственно, так считать не буду. Короче, всего я отдал 20200 рублей минус 7700, это сами запчасти. Они их разделили на 4 узла, компонент узла 1, 2, 3, 4. Соответственно, первый узел стоит 8150 рублей. Это, я так понимаю, самый дорогой, самый главный, вместе с платами, со всей ерундой. Вот. И дальше идут более мелкие узлы. Значит, второй компонент узла это 2300. Я так понимаю, это, наверное, скорее всего, вот эта вот штука вместе с пластмасской подороже, да, должна стоить. Так, 2300 идет, потом идет за 500 рублей, я так понимаю, это вот эта резиночка маленькая, 500 рублей стоит. Так, и 1150 рублей, это вот эта боковая резиночка. Я, конечно, могу ошибаться, может быть, они там что-то еще внутри поменяли, что они прислали. Но если вот так вот разделить, вот они 4 компонента, и, соответственно, на всех на них есть цена. Вот. Соответственно, в общем, мне это обошлось в 20 200 рублей. Вот. В принципе, все работает. Особых каких-то штук я не заметил. Единственное, мне так кажется, что необходимо все-таки провести юстировку. Потому что на некоторых объективах, не знаю, может быть, это какие-то ложные ощущения, может быть, реальные. На некоторых объективах он стал промахиваться. И, не знаю, чисто, не знаю, может быть, мне кажется, я ничего, ну, как бы, не имею против их работы. Все, мне кажется, ребята все сделали нормально, но мне кажется, фотоаппарат чуть-чуть медленнее фокусироваться стал. В общем, чуть-чуть что-то изменилось в фотоаппарате. Скорее всего, я возьму все объективы и отдам это все на юстировку. Тем более на некоторых объективах вот эти вот колечки тоже резина или каучук, я не знаю там из чего они сделаны. Соответственно, тоже у меня уже они начинают отклеиваться, да, даже на дорогом объективе 80-200 на Никоне тоже кольцо уже такое. Само вокруг объектива поворачиваться начало. То есть, соответственно, это все надо менять. Вот. Кому интересно, Nikon говорит, что почему такое происходит. Да? Типа они там исследовали, да, не исследовали, что эти, ну, этот материал, да, я так понимаю, это каучук, это не резина, а каучук какой-то или что-то такое. Не знаю, если интересно, в интернете полазите, найдете, из чего это сделано. То есть самый приятный на ощупь, да. То есть и неприятный только, а так скажем,
лучше всех материалов позволяет удержать технику в руках, ну, чтобы она не соскальзывала, не скользила, да, действительно, она как бы удобная, да. Единственный минус, конечно, что вот от холода и от всяких, от тепла, да, от большого, она может отлипать, да. Но, говорит, в этом ничего страшного нет, вы же машину на техобслуживание, типа, отправляете, да, каждый год там на ТО ездите, обслуживаете, так и это, то есть это как машина, тут ее надо обслуживать, надо ее чистить, надо менять эти, так скажем, изнашивающиеся части. Соответственно, это все, да, вот оно изнашивается и превращается в уже такое не очень интересные штуки. Поэтому, типа, относитесь к этому нормально, вот, и все будет у вас хорошо. Вот, на этом все. Кому был полезен, соответственно, очень рад, что я вам дал нужную, полезную информацию, вот. Если будут какие-то вопросы дополнительные, пишите внизу в комментариях, я обязательно отвечу. Вот, ну и всего хорошего!